Tyron Woodley против Стивена Томпсона за титулу в велтер-категории. Khabib Nurmagomedov против Тония Фергусона за привремену титулу лакой. Алистер Дрим Оверим у судару Титана против Марка Ханта. И повратак бывшег првака Рашада Еванса. Све то и много више доноси спектакуларный UFC 209. Ноć са субота на неделю 5. ожујка од 4 сата ујутро, ексклузивно на Fight Channel Pay-Per-View.